Крупный пожар на химическом заводе в Техасе. Гигантские столбы дыма поднимаются над городом Конро. Как утверждают очевидцы, взрывы прогремели на складе, где хранится готовая продукция для нефтяной промышленности. А затем пламя охватило все здания комплекса. По последним данным, огонь удалось локализовать, пострадавших нет. Жителям в радиусе 5 километров рекомендовано оставаться дома, закрыть окна и выключить кондиционеры. Многие жалуются на сильное жжение в глазах. Сейчас специалисты берут пробы воздуха на наличие токсичных веществ.